на 30 мая. Это высокая грядка типа компоста. Здесь у меня посажены кабачки, тыквы и, возможно, дыни. Понятия не имею, возможно, есть, потому что, к сожалению, пирочки улетели у меня, и я не знаю даже, кто здесь кто. Вот, но, наверное, вот эти крупные, это, наверное, тыквы. Было 3 тыквы, по-моему, 4 кабачка и 3 дыни. Ну, посмотрим, что вырастет. Вот на 30 мая, сейчас я их открыла. Сегодня достаточно прохладно, но они у меня закаленные, теплая грядка. Думаю, что им будет нормально.